ресничках, о бровях и о ресничках. Вот, потому что, ну, я всегда, например, мечтала иметь длинные, пышные ресницы, чтобы можно было, знаете, так вот хлопать, так, такой вот, чтобы взгляд такой был интересный. Но Бог меня наградил чем-то другим, вот, и оставил мои реснички, скажем так, на мое усмотрение. Вот, ну, раньше я их как бы подкрашивала. Ну и сейчас иногда подкрашиваю, вот, но в основном я сейчас перешла для скорости, скажем так, что я наращиваю ресницы. Ну, мне это удобнее, ну и потом, ну, проснулась и уже красавица, вот, ну, как бы так. Но Бог меня еще как бы обделил тем, что вот у меня нет таких вот, знаете, сейчас очень модно такие густые соболиные брови, ну, нет у меня таких бровей, вот. Для этого что нужно делать? Нужно их подкрашивать, то же самое. Вот. И те наши реснички, у кого вот как вот у меня, допустим, ну, не очень густые, не очень длинные, вот у нас компания изобрела вот такую вот сыворотку. Вот она называется сыворотка для ресниц и бровей. Вот так вот она выглядит таким брасматиком. Вот. Шикарная штука, я вам так скажу, потому что был у меня такой, со мной случился случай, да, что в начале этого года вот у меня просто, ну, половина ресниц просто поотпадала. Вот, ну, не знаю, может быть, и скорее всего я сама была виновата, потому что пошла не к тому мастеру, глаза стали чесаться, я начала их просто чесать, они выпадали вместе со своими ресницами, вот, ну, и понятно, что наращивать не на что было даже ресницы, не то, что там, вот, они были там с расстоянием там 2-3 миллиметра друг от друга, ну, то есть это вот, ну, это было безобразие, просто так, вот, и как, и я тогда начала пользоваться вот этой вот сывороткой. Замечательная штука, я вам так скажу, что, во-первых, сюда входит пептидный комплекс, очень хороший пептидный настоящий комплекс, вот, который, во-первых, он продлевает фазу роста ресниц, то есть ресницы как бы начинают лучше расти, он пробуждает волосяную луковицу, ресничную волосяную луковицу, что они вот, ну, там уснули, да, и вот на них подействовали, они давай, в общем, просыпаться, вот. И эта сыворотка, она делает наши волоски, структуру волоса, реснички, делает такой более плотной. Вот. Ну, что еще сказать про эту сыворотку? Она очень хорошо и быстро впитывается. Ну, мне глаза она не щипит, даже если, ну, случайно попаду, скажем так, на не туда, куда нужно, да? Вот. И очень интересно, очень хорошая такая, сейчас я вам покажу, кисточка у нее. Вот она вот такая вот. Вот, видно, да? Вот такая вот тоненькая, такая тонюсенькая. Вот. И ей очень удобно как раз вот между ресничками прокрашивать, ну, слово такое, по-другому никак я не могу назвать, именно вот между ресничками эту сыворотку наносить. Вот. Ну, будьте осторожны, потому что одна моя знакомая сказала, что, ну, она как бы взяла эту сыворотку, да, и вот это как бы мазала, да, и вот у нее ресницы стали расти, ну, в разных местах, куда попал этот раствор. Вот, то же самое по бровям. Вот, по бровям, то есть вы вот, ну, вот, по бровкам наносите эту сывороточку, вот, и бровки начинают у вас более-менее лучше выглядеть. Что еще сказать? Я, вот даже я продолжаю наращивать все равно ресницы, но один раз, скажем, в 3 недели, в течение, скажем, 5-6 дней я пользуюсь этой сывороткой на ночь для того, чтобы укрепить ресницы, которые уже есть, и воздействовать на те спящие волосяные фолликулы, луковицы, чтобы они, новые реснички, росли. Так вот, значит, недавно, буквально вот день-два назад, я снова ходила к мастеру, она сказала, что, говорит, ну, ваши ресницы стали, говорит, намного лучше, намного интереснее. Я не знаю, вот вам видно, не видно, вот, вот такие вот у меня теперь хлопалки есть, вот. Такая я теперь красавица. Все благодаря вот этой туши, которая помогла мне восстановить мои ресницы. Вот, ну, ссылочку на эту сыворотку я оставлю после
после эфира заходите, смотрите, читайте. Вот, и у вас будут натуральные красивые ресницы и красивые брови. Наслаждайтесь своей естественной красотой. С вами была Любовь.